Автобусы, троллейбусы. Я даже на них катался. Автобус, он побыстрее. Троллейбус – это медлительная улитка. Мне нравится троллейбус, потому что там она интересная. Надо просто сесть на место, которое свободное, вести себя тихо и во что-нибудь играть, смотреть в окошко, и не шуметь, и не баловаться. Не надо топать. Чтобы тебя довезли, и чтобы, если ты еще раз к ним пришел, чтобы тебя не выгнали из автобуса. Надо встать и сказать им, что я уступаю место. Я как будто хотела возле окошка сесть, а я ей возле окошка посажу. И сзади нее сяду в другое кресло возле окошка. Бабушкам и дедушкам, и кто с ребенком беременные? Ну, которые едут до больницы. Вот как будто 11 лет одной девочке, а мне 6, вот как мне сейчас. Я ее ступаю, она же старше меня. Нет, надо младшему ступать. Я бы утром водила автобус, а вечером троллейбус. Я метро, потому что метро много денег зарабатывает. Есть такая там огромная дыра. В нее спускаешься, и прям там метро. И оказывается, что поезд под землей. Ну, есть такая станция с буковкой «М». И туда заходишь, и там надо по лестнице. На лестнице передвигательной. Ну, которая вверх, вниз. Это подземный ход, где ездят метрополитены. Метро ездит тоже в другое место. Он отводит людей в другой город. Он едет как самолет, быстрый самолет. Джу-джу-джу. Маршрутки? Даже не знаю. Там очень мало сидений. Это как автобус, только она быстрее едет, да. И она меньше. Это такие маленькие автобусики. Чтобы там вместилось много человек, но оно платное. Билеты – это чтобы куда-нибудь поехать. А и сколько сейчас стоит билет? Я еще пока не знаю, но мама сказала, что дорого. Ну, билет 200 рублей, если в метро. А ты слышала, что можно проехать с зайцем? Ну, да, это значит, животных тоже можно пустить. Зайцы, они же не могут платить деньгами. Да, у них же лапы все время вот так у зайцев. Потому что, наверное, для животных не нужны билеты. Без билетов эти зайцы, их называют без билетов. Зайцы, это такое животное, которое прыгает. Они думают, что кондукторы их отлупят.